Сегодняшнее послание называется «Ловушка страха». И я начну с нескольких строчек, которые были получены мной в молитве. И тогда я записала эту молитву на диктофон. «Бог не жалеет хлеба для своих детей». Я слышу, что многие переживают, как буквально прокормить самих себя и своих детей в это время. Но Господь говорит: «Я все еще Бог, который заботится. Я все еще Бог Эль-Шаддай, многогрудый, который не жалеет хлеба для своих детей. Это будут удивительные чудеса обеспечения, говорит Господь. Если вы любите своих детей, то насколько же больше я люблю ваших детей и вас, моих детей, говорит Господь. Да будет неспровергнут страх во имя Иисуса, который сейчас мешает людям смело провозгласить, что Господь – обеспечитель, Господь – чудотворец. Не нужно бояться, смело провозглашайте. Не бойтесь показаться глупыми или недальновидными, или поверхностными. Внимание! Это та истина, которая освободит вас, которая наполнит ваше сердце любовью и благодарностью, а ваши руки – силой, и ваш разум – изобретательностью и удивительными идеями в это последнее время. Друзья, я решила этот эфир посвятить именно этой теме, потому что как никогда страх очень очевидно, настойчиво пытается проникнуть сначала в наше сознание. Потом, к сожалению, мы чувствуем, что страх буквально парализует, и ты даже не можешь уже открыть рот и сказать: «А я верю, а у меня будет работа, а у меня будут деньги на счетах, да? А у меня будет что кушать, а я поеду в отпуск». Правда же? Вы чувствуете что-то подобное? Как будто этот creepy на английском, такой коварный этот страх пытается подхватить тебя, и ты думаешь: «Да Господи, да хоть бы к чаю что-то было». Ну, я не знаю, как у вас, у нас детки всегда, каждый вечер, детки ждут, чтобы мы что-то принесли вкусненькое, и у них это синоним сладенькое. Обязательно, чтобы это было вкусно-сладенькое. Так вот, драгоценные, давайте разберемся. Коротко, компактно, но в силе Святого Духа, потому что это очень важно сейчас, и нам надо преодолеть. Итак, я слышу предупреждение. Бог говорит: из-за страха перед недостатком для семей многие будут искушаемы пойти хоть куда-то, делать хоть что-то, хоть чем-то себя занять, чтобы хоть как-то заработать из страха, что дети останутся голодными. Внимание! К этому нужно будет относиться очень осторожно. Я не говорю сейчас о том, что не нужно будет искать работу, но понимать мотивы сердца. Если мотив – страх, недоверие Богу, то нужно мгновенно, тут же бежать к Богу, разбираться с этим и менять свое отношение. Другими словами, избавляться от страха, потому что это будет ключевой момент. И внимание, дорогие, это то, что сокрушило мое сердце. Для некоторых это, увы, будет искушение за чечевичную похлебку продать свое первородство. Или другими словами, снова пройти мимо исполнение Божьей воли для их жизней. Но это не то время, говорит Господь. Дорогие, я хочу сейчас просто обратиться к вам, как к семье, как к родным братьям и сестрам. Вот знаете, если бы мне сейчас сказали, что бы ты самое главное хотела бы сказать, если бы, например, это был мой последний эфир, я знаю, что это не последний, и в театральных кругах есть термин «крайний», чтобы они не любят говорить «последний». Ну вот если бы, чтобы самое главное я бы хотела сказать вам, драгоценные, себе: не пройди мимо твоего призвания. Не променяй в этой панике и страхе. Не променяй Божье предназначение для тебя. Потому что, что касается Бога, Он ничего не отменил. Для Него не существует каких-то ограничений вследствие локдауна и так далее, и так далее. Понимаешь? Это наша сторона сейчас. Бог уже сделал шаг. Он сказал: это трамплин, эти обстоятельства, трамплин, не променяй. Я все еще Бог многогрудый, я люблю тебя, я прокормлю тебя, я тебе дам удивительные идеи. Только не пройди, не променяй. И поэтому самый главный враг сейчас наш с вами — это страх
Именно из-за страха люди отступают, ставят крест на призвании, начинают заниматься лишь бы чем, абсолютно забывая и как бы оправдывая: «Бог, ты же видишь, моим детям нечего кушать». Так вот сейчас ты уже не сможешь так сказать. Я уже не могу так сказать, потому что у нас есть слово. Бог говорит: «Я все еще Бог, я позабочусь, я прокормлю, я люблю». Аминь. Итак, первое, как разбираться со страхом? Первое, что я могу сказать: не своди глаз с Иисуса. Вы помните ту сцену, ту картину? Буря, волны, предсмертная, так сказать, агония страха у учеников, и вдруг Иисус. И он сказал: «Ох, вы ж бедненькие, Боже, как же ж так получилось-то? Господи!» Нет! Помните, что он сказал? «Это я». И второе, что он сказал, совершенно логично и следовательно, поэтому не бойтесь. Вот, дорогие, я думаю, что с вами, если мы, какие бы мы обстоятельства ни проходили, если мы только будем сконцентрированы на нем, это будет абсолютно логично и естественно для нас не бояться. Как Сидрак, Месак и Авденаго. На секундочку. Их так бросили в печь, что человек, который, собственно, бросал их, не выжил. То есть печь была настолько раскалена. А им Господь сказал: «Это я, не бойтесь». И они не боялись. Мне кажется, вот это ощущение отсутствия страха, близость с Богом, это то, что не опалит тебя, то, что проведет тебя через огонь и через воду. И наоборот. Смотрите, какой термин. Страх. Я размышляла об этом. Смотрите, что я написала. Страх – это отдаление от Бога. А вера, действующая любовью, это приближение к Богу. И никак иначе. В следующий раз, когда ты скажешь: «Господи, ну я же прочитал статистику, я имею право бояться?» Не имеешь. Потому что страх – это отдаление от Бога. Чем больше боишься, чем дальше от Бога. Еще больше вам скажу, во многих охладеет любовь. Мы всегда думаем про каких-то отступников, там каких-то: «Ой, это вообще не обо мне». Нет. Первый показатель, что в тебе охладевает любовь, то, что ты начинаешь действовать из страха. Понял? Ты начинаешь действовать, боясь за что-то. Ты перестаешь предпринимать то, что бы ты предпринял в другое время, потому что время поменялось. И так далее, и так далее. Дорогие, следим за нашими сердцами. Аминь. Итак, первый пункт. Разбирайтесь со страхом. Не своди глаз с Иисуса. Я помню, однажды мне Господь сказал, я тогда просто расплакалась. В молитве я слышу, как Господь говорит: «Для многих моих детей я был реальным Богом только в день их покаяния. Почему? Я хочу быть реальным для них каждый день». Я тогда так плакала, я говорила: «Господь, да, Боже, Боже, ты же реальный Бог». Так вот, дорогие, не опускаем наши глаза, смотрим на нашего Господа. Он хочет быть реальным для нас. Итак, внимание, мы не заметили, как мы погрязли в религии. Я очень серьезные вещи говорю, дорогие. А религия, знаете, что такое религия? Это не только заученные молитвы, или для кого-то религия – это вот классическое проявление, это иконы. Нет. Религия – это значит присваивать Богу черты, противоположные Его Слову. Ты делаешь вид, что ты служишь Богу, что ты Его любишь, но если копнуть, ты не веришь Ему, ты не доверяешь Ему. И еще хуже – стоя перед выбором доверять Богу в плане исцеления или обеспечения, мы искушаем и придумать оправдание. Значит, Божья воля – болезнь. Значит, через бедность Бог меня хочет чему-то научить. И нас вообще не смущает, что в собственных глазах мы представляем Бога как такого себе перевертыша, который сегодня любит, а завтра убивает. Сегодня кормит, а завтра забирает последнее, чтобы чему-то тебя научить. Дорогие, это очень серьезные вещи. И именно вот в это время перехода, время на грани, время последнего, перед пришествием Христа, мы не можем уже играть в такие игры. Мы не можем думать, что Бог какой-то странный, у него какое-то раздвоение. Тут он любит, а тут он забирает самое лучшее. Понимаете? Нам пришло время разобраться со страхами. Нам пришло время сказать: «Бог, ты реален для меня, и я откидываю всякую религию. Я действительно верю в то, какой ты есть, и я так и поступаю, и так и думаю». Аминь. И второй пункт, драгоценные. Аллилуйя. Охраняй свою территорию.
Итак, как разбираться со страхом? Как выбраться из этой ловушки страха? Внимание, запомни, это тезис. И напишите в комментариях уже традиционно тезисы. Твое призвание – это территория двоих. Бог искупил тебя для себя, слышишь? Он пролил кровь, чтобы ты исполнил твое предназначение. Однажды до меня дошло. И это, как знаете, как будто бы лампа огромная взорвалась прямо перед моим лицом ослепительным светом. Боже! Ты искупил меня не только, чтобы там в вечности где-то моя душа вознеслась к Тебе. Ты искупил меня, чтобы здесь, на этой земле, у меня было достаточно смелости, дерзновения, здоровья, денег, всего, чтобы исполнить Твое призвание. И я, знаете, как маленький ребенок в супермаркете с игрушками. Вау! Вау! Дорогие, я хочу поделиться с тобой вот этой радостью, этим дерзновением. Бог искупил тебя не для какой-то там вечности, ну, для величественной, славной, конечно же, а именно сейчас уже Его искупление в тебе. И Он ревнует, чтобы ты исполнил свое предназначение. Каждая капля Его крови была исполнена, чтобы сегодня ты смог быть тем, кем Он тебя призвал. Нарисовать все картины, сделать все концерты, записать все синглы, провести все эфиры, благовествовать, сделать все законы, кто призван в политику. Все. Он для этого пролил свою кровь, дорогие. Пусть эта ревность поднимется сейчас, потому что кто-то хочет, чтобы ты за чечевичную похлебку, за какой-то там заработок из страха прошел мимо своего призвания и не исполнил то, ради чего Иисус пролил свою кровь. Дорогие, нет, я не могу быть еще более серьезной, как говорят американцы. I can't be more serious, говоря об этом. Аллилуйя. Итак, последняя цитата. Когда в мире мы слышим о каких-то потрясениях, болезнях, войнах, дух страха огромными темпами распространяется через новости, и дух, стоящий за всем этим, будет так сильно преувеличивать влияние происходящего через СМИ, что вам, нам придется буквально изолировать свои мысли, глаза и уши и оградить себя от паранойи и паники. Кто-нибудь скажите «Аминь», напишите «Аминь». И этими словами я хочу завершить то пророчество, которое и завершилось. Помните, да? Пророчество, которое Господь дал нам в марте. Мы завершаем сегодня распаковку этого файла пророческого. И этими словами я хочу завершить это пророчество. Сейчас точность пребывания в Божьей воле будет определять все остальное. Послушай. Бог говорит, что именно для этого времени Он поставил нас. Он будет сиять для нас. Он притягивает и привлекает нас к себе, чтобы мы полностью отделились от системы этого мира. Аминь. Я приглашаю, драгоценные, пожалуйста, до финальной нашей песни. И эта песня будет продолжением этого послания, дорогие. О, Господь! Аллилуйя! Буквально вчера, буквально еще секундочку, я смотрела прямой эфир на платформе «Мы молитва». Есть такая чудесная платформа, я имею честь быть в команде, этой команде. И там был эфир. И Божий человек, служитель, вера, faith, из Соединенных Штатов Америки, передавала кому-то слово, которое так сильно коснулось меня. Господь говорит: я обращаюсь к тебе, сын. Я напоминаю тебе. Я призвал тебя. Не отбрасывай мое призвание. Я снова призываю тебя. И, внимание, эти слова я услышала. Если ты ответишь на мой призыв, твои дни жизни на земле будут продлены. И я подумала, когда мы находимся в Божьей воле, мы можем рассчитывать на Его покров. Мы можем быть уверенными, что мы не уйдем туда, пока не исполним наше предназначение. Я в одном из эфиров, помните, рассказывала, как Господь сверхъестественно посадил целый самолет, в котором летели мы, и который был на грани крушения. И пока я молилась, у меня в подсознании была эта мысль. Мы посвящены Богу, мы не свои, и мы еще не завершили наше поприще. Бог посадит самолет, Бог откроет счета, Бог перенесет тебя,
Бог будет обеспечивать тебя, чтобы только ты был в Его воле, чтобы только звучало Его слово. Слышишь? Давайте помолимся. Бог наш. Господь, мы благодарим Тебя друг за друга сейчас за Твое слово. Господи, Ты так серьезно обращаешься к нам. Господи, пусть Твоя благодать сейчас окутает каждого. Твоя благодать, Господь, Боже, Твоя благодать ответит на Твой призыв. Что бы нам это ни стоило, Господь, мы знаем, мы не можем дать больше, чем Ты даешь взамен. Мы никогда не сможем отдать больше. Господь, пусть Твоя благодать сейчас сойдет на моих братьев и сестер. Господь, то, что Ты сказал, чтобы мы, Господи, не прошли мимо призвания, чтобы из страха, Господи, мы не отреклись, не отказались от нашего первородства, Господи, то, ради чего Ты пролил Свою кровь. Благословляем сейчас друг друга и принимаем Твою благодать, которой достаточно, Твое оснащение, Господи, чтобы исполнить Твое предназначение.